«Играй гормон» или «Почему многим людям нравится рисковать». Почти 4000 лет истории изучения диабета. Каким был путь от открытия болезни до появления первого лекарства? Все об эндемическом зобе и почему он считается природным заболеванием Центральной Азии. Открытие в области эндокринологии. У победителей раны заживают быстрее, чем у побежденных. Это наблюдение сделали медики еще в Древнем Риме. С тех самых пор ученые пытаются понять взаимосвязь между душевным состоянием человека и функционированием отдельных органов и организма в целом. Разгадать эту загадку удалось только в 70-х годах 20 века, когда были открыты эндорфины. Гормоны, которые вызывают чувство эйфории. Европейские ученые стали исследовать механизм обезболивающего действия иглоукалывания. Они обнаружили, что при иглоукалывании в организме вырабатываются обезболивающие вещества, похожие с морфином, которые, в свою очередь, в середине 19 века использовались как обезболивающее средство. Разница заключается в том, что морфин вызывает привыкание и побочные действия для организма, а вещества, которые вырабатываются организмом, последствий не имеют. Эти вещества получили название эндорфин. Интересно, что термин «гормон» появился гораздо раньше, чем название науки, которая изучает эти самые гормоны. Древним врачам были известны болезни, которые, как оказалось много позже, вызывают именно нарушения в эндокринной системе. Например, в древнеегипетских источниках приводится описание болезни, в которой угадывается сахарный диабет. Эти данные датируются 1500 годом до нашей эры. Уже в нашей эре Ибн Сина в своих трудах «Канон врачебной науки» указывает на повышение аппетита, развитие гангрены, наличие сладкой мочи у больных с сахарным диабетом. Однако справедливости ради нужно признать, что эти странные болезни в течение тысячелетий только описывались врачами. Постичь их причины древним эскулапам было не под силу. Революция в эндокринологии произошла в конце 18 века. Именно тогда появились первые сведения по изучению внутренней секреции. В 1775 году французский врач Теофиль Борде открыл, что каждый орган является местом образования специфических веществ, поступающих в кровь, полезных для организма и необходимых для его функционирования. Однако до середины 19 века эти все данные были частичками разобранного пазла, так как в это время не было ни теоретической, ни экспериментальной базы для соединения всех этих данных в одно целое. Только в конце 19 века медицине удалось сделать стремительный скачок в своем развитии. В это время уже многие ученые знали строение различных органов и систем, развитие и патогенез заболеваний. Этому же способствовала промышленная революция, накопление капиталов, развитие химической и инженерной науки. Кроме развития химии и физики, в науке происходит другая не менее важная революция. Вторая половина 19 века дарит миру экспериментальное моделирование на животных. Йозеф фон Меринг, Клод Бернар и Оскар Минковский демонстрируют возможность проведения контролируемых и воспроизводимых опытов в лабораторных условиях. Без деятельности этих первооткрывателей мы были бы лишены тех знаний из области эндокринологии, которые называются гормонами. Опыты производились таким образом. У животного удалялся орган, после этого, естественно, состояние животного ухудшалось. Затем животному вводился экстракт из удаленного органа. После введения экстракта состояние животного улучшалось. В 1855 году французский физиолог Клод Бернар ввел понятие «внутренняя секреция». Область становится предметом пристального изучения. Чуть позже, в 1889 году, французский ученый Шарль Браун Секар сообщает об омолаживающем эффекте, который оказывают на организм вытяжки из семенных желез животных. С точки зрения современной медицины, эффект, который описывал Браун Секар,
называется эффектом плацебо. То есть вещество, которое вводил ученый, привело к некоторому целебному эффекту, что не обусловлено целительными свойствами данного препарата, а связано с верой ученого в целебный эффект. Кстати, эффект плацебо наука объясняет двумя факторами. Это психологический и физиологический. Если больной поддался внушению, то в его организме начинают вырабатываться вещества, которые называются эндорфинами или гормоны радости, счастья. Тем не менее, на рубеже 19-20 веков метод, описанный Броуном Сикаром, вызывает большой интерес и даже находит отражение в искусстве. Писатель Михаил Булгаков был медиком по образованию. Его учеба и годы практики приходятся как раз на время оформления эндокринологии в самостоятельную науку. И, естественно, писатель пристально следил за тем, что происходит в медицине. В повести «Собачье сердце» профессор Преображенский омолаживает своих пациентов в послереволюционной Москве с помощью органов, полученных с половых желез животных. Судя по этому, он не только практикующий врач, но и исследователь. Его интересы лежат как раз-таки в области эндокринологии. Хотя повесть и называется «Собачье сердце», речь в ней не идет об органах, имеющих отношение к кардиологии. Псу пересаживают гипофиз человека. По всей вероятности, здесь имеет результат опытов, которые проводились за несколько лет до этого на собаках, вполне исторические реальные лица Меринг и Минковский. В 1855 году Шарль Броун Сикар высказал другую не менее революционную идею. Суть ее заключалась в том, что надпочечники вырабатывают и поставляют в кровь специфические вещества, регулирующие нормальное функционирование организма. Дальнейшие исследования подтвердили эту гипотезу. И в 1905 году английские физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлин впервые использовали понятие «гормон» от греческого слова, которое переводится как «возбуждаю». А вот термин «эндокринология» в качестве названия науки о железах внутренней секреции в 1909 году первым применил итальянский ученый Пенде. Итак, до того, как в конце 19 века знания о гормонах и железах внутренней секреции оформились в эндокринологию, ученые считали, что в организме человека и животных единственной регулирующей системой является нервная. С ее помощью головной мозг поддерживает связь со всеми органами, получает сигналы от них и передает им свои. Гипотезу о существовании органов внутренней секреции выдвинул все тот же Броун Сикар. Броун Сикар считал, что каждая клетка в организме секретирует, то есть вырабатывает специальные ферменты, которые попадают в кровь и через нее действуют на другие клетки. Между клетками организма существует известная связь с помощью внутрисекреторного механизма, который существует наряду с нервной системой. В такой хронологии открытий сначала нервная система, а потом эндокринная, есть определенная историческая логика, связанная с эволюцией этих систем в живых организмах. Дело в том, что в процессе эволюции животного мира нервная система возникла значительно раньше, чем эндокринная. До появления органов внутри секреции некоторые нервные клетки, наряду со способностью возбуждаться и передавать нервные импульсы, приобрели способность секретировать физиологически активные вещества, нейросекреты, выделяющие в окружающей ткани. Очевидно, существовала целесообразность специализации эндокринных желез, способных продуцировать эти гормоны, и в ходе дальнейшей эволюции они мигрировали из нервной системы. Удивительно, но у некоторых беспозвоночных существ на Земле эндокринная система не отделилась от нервной. Очевидно, что чем сложнее организм, тем более сложной должна быть и система регуляции процессов, которые в нем происходят. Нервная система обеспечивает более быстрый и кратковременный способ регуляции, а эндокринная более медленно и длительно. При угрозе организма нервная система отвечает за скорость, а эндокринная готовит организм к нарастающей опасности. Можно привести простой пример. Когда мы прикасаемся к горячему, именно благодаря нервной системе мы одергиваем руку. Когда к глазу приближается инородный предмет, например, насекомое, нервная система заставляет веко закрыться, чтобы защитить глаз. А вот действие эндокринной системы мы чувствуем не в сам момент опасности, а немного позже,
Это прилив крови, учащенное сердцебиение и дыхание. Одним из гормонов эндокринной системы является адреналин. Все слышали адреналин, но не знают, что это и что это за гормон. Это один из гормонов, который вырабатывается в момент стрессовой ситуации или опасной ситуации для организма. Это не значит, что это страх, но это может быть какая-то радость, также во время какого-то серьезного заболевания. То есть либо это шоковое состояние, либо стрессовый фактор, такие как переломы. Во время стрессовой ситуации вырабатывается адреналин, который взаимодействует с клетками-мишенями, имеющие рецепторы, которые взаимодействуют с данным гормоном. В этот момент, во время взаимодействия, происходит активизация всех органов и систем, то есть приводится в боевую готовность весь организм. Что это может быть? Это может быть учащенное сердцебиение, повышение температуры тела, а также реакция зрачков и улучшение кровообращения во всех органах. Кстати, вместе с адреналином в опасной ситуации выделяются и эндорфины – гормоны радости. Если адреналин обеспечивает физическую готовность организма к отражению атаки извне, то эндорфины – психологическую. Именно их действие отключает страх и природный инстинкт самосохранения, позволяет солдату вставать в атаку, а пожарному заходить в горящий дом, чтобы спасти человека. Воздействие эндорфинов объясняет любовь многих людей к экстремальным ситуациям. Опасность ассоциируется у них с радостью. Итак, основные открытия в эндокринологии связаны именно с пониманием роли гормонов в организме человека. Именно это помогло медикам выяснить причины многих заболеваний, которые вплоть до 20 века уносили сотни тысяч жизней, и найти способы их лечения. Одним из таких недугов был сахарный диабет. Древние врачи рассматривали сахарный диабет как патологическое состояние, при котором организм не смог удерживать жидкость в организме. При этом они не знали, как справиться с этим заболеванием, и многие пациенты погибали. Прошло немало времени, прежде чем в 18 веке ученый, врач Мэтью Добсон определил повышенную концентрацию сахара в моче и добавил к диабету определение сахарный. Опасность диабета заключается в том, что повышенный уровень сахара в крови нарушает обмен веществ, повышает кровяное давление, негативно влияет на состояние многих органов и тканей, что в конце концов приводит к развитию тяжелых осложнений. В 19 веке немецкий ученый Пауль Лангерганс, изучая строение поджелудочной железы, обнаружил скопление островков, которые впоследствии были названы в честь ученого. Он не мог описать и не знал функцию этих островков. Только через 10 лет после проведенных опытов Минковского русский врач Яроцкий обнаружил, что островки Лангерганса выделяют внутренний секрет, который влияет на уровень сахара в крови. Доказать это удалось другому доктору Соболеву. Эксперимент Соболева заключался в следующем. Он перевязал протоки поджелудочной железы и обнаружил, что железистая ткань атрофируется, а островки Лангерганса сохраняются. Следовательно, диабет не возникает. В это время уже было известно, что у больных диабетом островки Лангерганса изменяются по сравнению с теми же клетками у здоровых людей. Соболев сделал заключение, что островки Лангерганса необходимы для регуляции углеводного обмена. Кроме того, Соболев высказал предложение, которое спустя 20 лет позволило создать лекарство для больных с сахарным диабетом. Он обратил внимание медицинского общества на то, что у новорожденных животных островки Лангерганса хорошо развиты по отношению к пищеварительному аппарату. Он предложил использовать поджелудочную железу детенышей животных для выделения вещества, обладающего противодиабетическим действием. Изучением островков Лангерганса занимался и английский ученый Эдвард Альберт Шарпей Шефер. В 1910 году он так же, как и Соболев, сумел определить, что именно вещество, которое выделяет поджелудочная железа, регулирует уровень глюкозы. Тогда наука уже определилась с понятийным аппаратом. Было ясно, что открытые Лангергансом островки – это часть эндокринной системы, а выделяют они гормон. Шарпей Шефер назвал его инсулином.
от латинского слова «остров». В 20 веке было предпринято несколько попыток выделить инсулин для того, чтобы использовать его как лекарство. В 1906 году немецкий медик Зельцер проводил опыты на собаках, пытаясь использовать экстракт поджелудочной железы для снижения уровня глюкозы в крови. Американский исследователь Скотт в 1911-12 годы, работая в Чикагском университете, использовал в своих исследованиях экстракты поджелудочной железы и отмечал некоторые снижения уровня сахара в крови. Но его руководство не посчитало достойным внимания его исследования, и опыты пришлось прекратить. Прорыв был совершен в 1921 году в Канаде. Хирург Фредерик Бантинг и студент Чарльз Бест изучали секрецию инсулина поджелудочной железы у собак. Действуя скорее интуитивно, чем повинуясь точному расчету, Бантинг ввел собаке, страдающей диабетом, экстракт, который он получил из клеток, вырабатывающих инсулин, взятых у здоровой собаки. Результаты были ошеломляющими. Через несколько часов уровень сахара в крови больного животного существенно снизился. Открытие Бантинга и его помощников заключалось в том, что если в организм пораженного сахарным диабетом ввести инсулин здорового организма, уровень глюкозы снижался. И помощники сделали вывод, что если инсулин не вырабатывается в организме, его можно ввести извне. Бантинг сосредоточил внимание на поисках животного, чей инсулин был бы схож с человеческим. В результате он нашел близкое соответствие человеческому инсулину в инсулине, взятом у зародышей коров. Первое клиническое испытание препарата было проведено в январе 1922 года. Бантинг ввел инсулин 14-летнему мальчику, страдающему сахарным диабетом. И мальчик стремительно пошел на поправку. С этого и началась инсулиновая эра. В 1923 году Бантинг получает Нобелевскую премию. Открытие инсулина, безусловно, является одним из значимых достижений медицины. Для многих больных сахарным диабетом он стал лекарством, которое продлевает жизнь и дает силы бороться с недугом. Однако, как это часто бывает, отворив одну потайную дверь, человечество оказывается перед десятком других. Открыв инсулин, медики столкнулись с тем, что для некоторых больных диабетом он не является приемлемым лекарством. Как только был разработан метод определения уровня инсулина в крови, оказалось, что у ряда больных инсулин может быть и в пределах нормы, а у некоторых больных он может повышаться или понижаться. В 1936 году английский ученый Химсворт подразделил диабет на два типа. В первом случае уровень инсулина снижался, и это было связано с разрушением островков Лангерганса. При втором типе диабета нарушается взаимосвязь инсулина с клетками-мишенями. Давайте вспомним, что инсулин – это гормон, который взаимодействует с определенными клетками-мишенями. При диабете второго типа инсулин, который вырабатывается в организме, не способен разбудить клетки-мишени, и его введение извне – естественно, не решает проблему. Если не удалось запустить механизм расщепления глюкозы инсулином, нужно действовать другими способами. Так решили ученые. Во Франции во время Второй мировой войны врачам Жан-Бану и Лубатье удалось создать вещества, которые понижают уровень глюкозы в крови. На основе их открытия в середине 50-х годов удалось создать лекарство, которое по сей день помогает справляться с диабетом со второго типа. Практически так же, как в случае с диабетом, на ощупь интуитивно, медицинская наука двигалась в изучении другого заболевания, связанного с эндокринной системой, а именно эндемического зоба. Это сегодня нам известно, что эта болезнь связана с недостатком йода в организме, что увеличение щитовидной железы – один из ее симптомов. А всего 100 лет назад эти утверждения существовали только как предположения. Первые сведения о зобе относятся к началу X века. Об этом писал в своих трудах известный врач, естествоиспытатель Авиценна. В XIII веке Марко Поло отмечал заболеваемость зобом у жителей Семиречья и Ферганской долины. В XVIII веке в печати «То и дело» появляются заметки географов и путешественников, которые описывают отдельные местности, у которых
жители подвержены зобу. Исследователи обратили внимание на то, что заболеваемость зобом возрастает, во-первых, в горных местностях, во-вторых, в местах, максимально удаленных от морского побережья. Такие территории еще 100 лет назад были названы эндемическими очагами. В первые годы после Октябрьской революции число заболевших зобом в эндемических очагах составляло от 30 до 60% населения. Это некоторые районы Кавказа и Алтая, а также часть территории Казахстана и Ферганской долины. В 20-е годы 20 века были организованы экспедиции по изучению эндемических зобов на этих территориях, а также были начаты профилактические мероприятия, которые впоследствии позволили ликвидировать эндемический зоб как массовое заболевание. Огромный вклад в изучение заболеваний щитовидной железы, а также в лечение этого заболевания на территории Средней Азии, внес эндокринолог Олег Николаев. Он развивал и пропагандировал теорию йодной недостаточности и положил ее в основу профилактики и лечения эндемического зоба. Ну, мы привыкли, когда говорим про йод, что все представляем вот йод, который обрабатывает рану. Это фармакологическое средство, то есть это лекарство дезинфицирующее. А сам йод в виде микроэлемента, он совсем в другом виде. Он входит во все жизненно необходимые процессы, которые происходят в организме человека. В основном он необходим для того, чтобы наша щитовидная железа правильно работала. Гормон щитовидной железы называется тироксином. Он необходим тканям организма и в особенности нервной системе. Если недостаток тироксина возникает в организме взрослого человека, это вызывает болезнь под названием миксидема. Она выражается в нарушении белкового обмена и в отечности тканей. Кроме того, при недостатке йода нарушается функционирование щитовидной железы. Она увеличивается в размерах, изменяет форму шеи, затрудняет дыхание и кровоснабжение мозга. Теоретически Казахстан и Средняя Азия – это эндемическая местность. Мы далеко от моря. У нас нечернозёмная зона – степи, лесостепи, пустыни. Близко всему горы. А в горах недостаток йода обусловлен тем, что его содержание в воздухе сокращается. Чем выше местность, тем меньше йода. В случае с зобом, как и со многими другими заболеваниями эндокринной системы, лучше всего подходит принцип «проще предупредить, чем вылечить». То есть главное средство в борьбе с такими заболеваниями – это профилактика. Вся территория Казахстана относится к йододефицитному региону. Поэтому в Казахстане обязательно надо проводить профилактику йододефицитных состояний. Конечно, йода много содержится во всех морепродуктах. Это морская рыба, это морепродукты другие, это морские водоросли. Если мы в свой рацион хотя бы 2 раза в неделю включим салат из морских водорослей, то будем получать необходимое количество йода. В Казахстане вся поваренная соль, пищевая соль, йодируется. Поэтому каждый день при приготовлении пищи, при присаливании мы должны использовать только йодированную соль. Йодированная соль – это профилактическое средство, чтобы предотвратить йододефицитные состояния. Открытие гормонов совершило одну из важнейших революций в медицине. Но медики продолжают ставить перед собой все новые и новые цели, которые призваны расширить наши знания и облегчить жизни пациентов. И пусть эндокринология довольно молодая наука, она уже проделала огромный путь. И будущее ее представляется наполненным еще большим количеством открытий. Данную программу вы также можете посмотреть на сайте телеканала «Белим және мәдениет» www.bmtv.kz.